Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга, и сейчас я без туши на ресницах. Это значит, что сегодня мы с вами будем тестировать тушь с эффектом гипнотического взгляда. Если вам это интересно, поехали! По результатам потребительского тестирования выяснили, что эта тушь увеличивает длину и объем и придает эффект гипнотического взгляда. Сегодня мы с вами будем разбираться, что же это за такой гипнотический взгляд. Дабы наш эксперимент был более интересным, я решила сравнить эту тушь гипнотическую с моей любимой супер тушью Giordani. Уж все ее эффекты я знаю, и поэтому мне будет легко красить два глаза с двух сторон двумя тушами, тем более кисточки у них похожи, и сразу же сравнивать эффекты и нанесения на ресницы, и непосредственно взгляда, о чем нам и заявляет Oriflame. Тушь у нас приходит в целлофане, и он очень легко снимается. Сейчас мы ее освободим. Целлофан защищает тушь от вскрытия, потому что срок годности этого продукта с момента вскрытия ровно 6 месяцев. После истечения этого срока желательно продукт утилизировать. Об этом говорит баночка с крышечкой на самой туши и производство ее Россия. Производителям заявлено, что используется здесь формула Гипнотеч, которая позволяет наслаивать тушь без комочков и визуально придает густоту ресницам. И также в туше заявлен тройной комплекс ультра-черных пигментов для глубокого цвета и безупречных ресниц. Мне всегда интересно, чем просто черный отличается от ультра-черной, да еще и трехкратного. Если вы вот эти различия видите взглядом, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, вот как на ваш взгляд, в чем это различие проявляется. И также в этой туши мы увидим силиконовую коническую щеточку-аппликатор с двумя видами щетинок для равномерного распределения туши и максимальной выразительности. Вот такая вот интересная щеточка. Она твердая, силиконовая, прям вот как я люблю. Такая же твердая, как и в супер туши. Но в супер туши она даже по размеру точно такая же щеточка. Мне очень интересно будет сейчас сравнить две эти туши. Только здесь, знаете, вот эти волоски в новой туши, они как будто бы немножко закручены, как будто чуть-чуть подкручены. Может быть, это и будет давать какой-то определенный эффект на ресницах. Ну что, вот мы с вами выяснили краткую информацию, теперь давайте уже наглядно посмотрим, как работает эта тушь. С этой стороны я буду наносить новинку, с этой стороны я буду наносить супер тушь. Вот здесь вам оставлю коды для того, чтобы вы не перепутали. Поехали! Слушайте, довольно интересно. Мне нравится, что нет комочков. Ресницы как будто не слипаются. Это прям замечательно. И становятся более длинными. Именно первый вот этот слой, который я наношу, да, так и написано в каталоге. Раз, длина и объем. Объема пока не вижу, но длину наблюдаю. Интересно. Мне кажется, что для первого слоя достаточно. Сейчас я еще нижние ресницы подкрашу. И мне нравится, слушайте, в каталоге написано, что эта тушь уже была, и потребители просили, и она вернулась. Обновленная тушь с эффектом гипнотического взгляда. Я рада, что эта тушь вернулась, и кто-то просил ее вернуть. Если это были вы, напишите в комментариях, если вы тоже любили прошлую гипнотик тушь. Вот так выглядят ресницы у меня в один слой. И сейчас на второй глаз я хочу нанести свою любимую супер тушь и сразу же сравнить ощущения. Кстати, мне действительно кажется, что ресницы такие прям ярко-черные у меня с новой тушью. Ну что, давай, не подведи, любимка моя.
у супертуши ресницы более разделенные. Вот прямо разделение просто идеальное. Здесь мне пришлось немножко пораскладывать с этой стороны ресницы. А здесь вот смотрите, я прокрашиваю, и они прям раз, и они легли вот идеальным просто веером. Но цвета чуть-чуть поменьше, надо признать. И яркости поменьше вот с этой стороны. У меня сейчас тоже я внизу прокрашу. Да, в первый слой вот эта гипнотическая тушь, она легла более, знаете, как бы драматично, на мой взгляд. Я не знаю, передает ли вам камера, но вот в зеркало я вижу этот глаз более ярким. Вот таким образом выглядят в сравнении мои два накрашенных глаза в один слой. И давайте же наносить второй. Уже прошло некоторое время, да, уже ресницы стали такими твердыми, уже можно на них наслаивать формулу туши. И что у нас написано? Два в каталоге — это безупречно черные ресницы. Ну, я вижу вот этот яркий черный оттенок на ресницах. Но они хотят склеиться у меня. Нет, я им этого не позволю. Они почему-то хотят разложиться в разные стороны. Их приходится вот прямо укладывать. Может быть, это вот спиральная кисточка такой эффект придает, не знаю. Да нет, вот нормально уже все я сложила, разложила. Но вот во внешнем уголке глаза ресницы склеиваются. А может, так делается объем? Может, я чего-то не знаю в этом деле. Ресницы склеились, стали более объемными. Ну, яркие, прям вот яркие-яркие. Мне очень нравится. Давайте сразу нанесу супертушь и потом покажу вам два глаза в сравнении. Здесь тоже у меня ресницы уже стали твердыми. Первый слой подсох. Ну, это быстро происходит, в принципе. Ну вот смотрите, здесь ресницы не склеиваются, но и нету такой яркости. Ну, это прям вот любовь-любовь моя. Наверное, некорректно было устраивать битву новинки с моей любимой тушью. Ну, тем сложнее у нее задача. Все реснички разделены, но вот с тушью Джордани ресницы, знаете, такие очень легкие, они очень какие-то элегантные, изящные. С этой тушью гипнотик, они именно драматичные, они прям такие яркие, черные. Но надо сказать, что очень похожие эффекты. Здесь чуть-чуть склеились ресницы на гипнотической туши, и они, ну, чуть более черные. А вообще, по сути, ощущения от щеточки очень похожи. Ну и третий слой — гипнотический взгляд, перед которым не устоять, написано в каталоге. Как же все-таки нам, девочкам, в макияже, особенно выразителям, нужны яркие ресницы? Ведь правда, вот нет ресниц, и как будто бы что-то не закончено. Именно ярких, прокрашенных. Может быть, поэтому многие наращивают ресницы. Я не люблю вообще ничего искусственного на лице, поэтому я вот использую декоративную косметику. И я люблю, знаете, вот найти какие-то продукты, которые мне помогают реально, которые мне нравятся и которыми пользоваться легко и быстро. Вот за это я люблю супер тушь 3 в 1. И я вот вижу, что вот эта тушь гипнотическая, она вполне себе на уровне и хорошо справляется с тем, чтобы ресницы были яркие и выразительные. Что нам еще надо? Нам надо, чтобы ресницы были яркие и выразительные. Ну, немного склеивает, знаете, девчонки, вот тем, кто придирается к этому моменту. Но для меня это вот не критично. Даже я слышала, что модно, когда ресницы немного склеены. Главное, что их видно, главное, что они яркие. Очень даже, по-моему,
неплохо смотрится. Глаз, по крайней мере, появился. Это самое главное. Вот он, гипнотический взгляд, который нам обещает Oriflame. Я не знаю, как это делается, чтобы был этот гипнотический эффект. Давайте третий слой нанесу на ресницы именно супер туши Giordani. Вообще, наносить одно удовольствие. И одну тушь, и вторую. Прекрасное именно вот впечатление. Прекрасное тем, что в один слой это веер разделенных ресниц. В два слоя, вот смотрите, даже здесь уже начало склеиваться. В два слоя это уже реснички такие более яркие, выразительные. В три слоя это уже такие кукольные, драматические ресницы и гипнотический взгляд. Ну что, как вам три слоя? У меня ресницы самые обыкновенные, не какие-то супер длинные, ну и не супер короткие, вот обычные человеческие женские ресницы. И у меня получается вот такой эффект. Сейчас вы видите на экране три слоя туши на моих ресницах. С одной стороны у меня тушь с эффектом гипнотического взгляда, с другой стороны моя любимая супер тушь Giordani Gold. Мне кажется, что у нас сегодня было достойное соперничество, и новинка очень даже на уровне. Она не уступает супер туши Giordani, моей любимой, на минуточку, туши каталога Oriflame. У них очень похожи щеточки, очень похожие ощущения от нанесения. Единственное, мне кажется, что вот этот, как он называется, тройной комплекс ультра-черных пигментов для глубокого цвета, он все-таки работает. Мне кажется, что вот глаз, на котором нанесена новинка, он более выразительным. Именно какой-то более яркие ресницы. Вот я вижу, да, вижу разницу. Вначале я говорила, я не знаю, как это работает. Сейчас я вижу, что ультра-черность какая-то, она присутствует. Но это все вот настолько нюансы. И для того, чтобы убедиться самим, подходит ли вам новинка, конечно же, нужно ее заказать и попробовать. Тем более на нее, ну, какая-то очень смешная цена в каталоге Oriflame. А она вполне на уровне туши Giordani. Я буду ждать ваши впечатления в комментариях. Если вам был интересен и полезен мой тест-драйв, то ставьте обязательно под этим видео лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!